Более 1 миллиона рублей лишились жители Мирного в результате телефонного мошенничества. В полицию города поступило сразу 3 заявления. Злоумышленник, представившийся сотрудником одного из коммерческих банков, сообщал, что банковские карты граждан подверглись мошенническим атакам и их временно пришлось заблокировать. Для разблокировки мужчина попросил потерпевших продиктовать все данные карт, а затем и код, который придет в проверочном СМС-сообщении. После того, как потерпевшие выполнили все условия, на номера их телефонов пришли сообщения о снятии с карт денежных средств. В результате один из потерпевших лишился 9 тысяч рублей, другой 155 тысяч, а у жителя поселка Айхал мошенники похитили 1 миллион 100 тысяч рублей. Сейчас полиция ведет проверку по этим фактам. Эти денежные средства хранились на банковском вкладе у гражданина. Потерпевший 11 раз сообщил злоумышленнику СМС-пароль и столько же раз по 100 тысяч рублей произошло списание 1 миллиона 100 тысяч рублей. В данное время проводится проверка. Мы еще раз призываем граждан быть бдительными и не сообщать никому, даже сотрудникам банка, номера банковских карт и СВС-коды.